Спасибо, что заглянули на мой канал о путешествиях. Меня зовут Анна, и сегодня будет видео из Барселоны о танцующих, о поющих фонтанах этого города. Это действительно стоит увидеть, и если вы думаете о том, ну, уже находясь в Барселоне, либо планируя туда поездку, стоит ли пойти вечером посмотреть на эти поющие фонтаны или нет, то мой совет – стоит. Мой ответ – обязательно идите и посмотрите все своими собственными глазами. Ну, а пока готовясь к поездке в Барселону, вы можете посмотреть это видео. Поэтому заварите себе вкусного кофе, либо крепкого чая, как вы любите, и устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь красивейшими видами этого великолепного фонтана в Барселоне. Я не буду монтировать видео, знаете, добавлять там специальные какие-то эффекты или музыку. Хочу показать вам именно так, как это выглядит на самом деле. Находясь на площади, вы будете слышать музыку громко, но видео она еле-еле слышна. Как-то получилось у меня при записи так. Возможно, потому что заглушает шум, гул, разговоры людей. Здесь действительно очень-очень много народу, поэтому если вы хотите увидеть этот фонтан максимально близко к нему, да, чтобы вам никто впереди не мешал, то приходите на площадь, ну, можно даже где-то за полчаса, наверное, в общем, заранее. На этом, друзья, я буду с вами прощаться, и наслаждайтесь видами, вот он сейчас прям в виде сладкой ваты. Мне на самом деле очень и очень понравилось, поэтому прям настоятельно вам рекомендую, будьте в Барселоне, не пожалейте своего времени, не поленитесь, и обязательно сходите на площадь и полюбуйтесь этим фонтаном. До новых встреч, друзья, всем пока!